Строительная компания «Стройгарант Анапа» за 14 лет зарекомендовала себя надежным застройщиком, динамично развивающимся игроком строительного рынка Анапского района, сильным и перспективным предприятием. Наши клиенты приходят с мечтой о собственном доме, комфортном, эстетичном, удобном. Воплощение в жизнь этой мечты берет на себя высококвалифицированный персонал компании. На ваш выбор компания предлагает несколько коттеджных поселков, расположенных недалеко от города-курорта Анапа. Начнем с ближайшего из них. Это коттеджный поселок «Жемчужина», который находится в Цибано-Балке. Здесь имеется все необходимое для постоянного проживания. Администрация, поликлиника, школа, детский сад, дом культуры. Есть в поселке станция скорой помощи, отделение банка, почта, различные магазины, в том числе и популярные сетевые. Недалеко расположены аэропорт и ЖД-вокзал, а проходящая неподалеку федеральная трасса А-290 Новороссийск-Керчь позволит вам быстро добраться до моря Анапы или Крыма. В самом коттеджном поселке идет активная застройка. Возводятся дома площадью от 50 до 145 квадратных метров. К каждому участку подключены центральное водоснабжение, электричество 15 кВт, установлен индивидуальный септик. С каждым днем видны изменения, происходящие тут. Поселок растет на глазах, и на данный момент уже продано 60 участков. Проехав буквально пару километров в сторону Витязева, вы попадете в коттеджный поселок Морской. Его площадь 13 гектаров. В общей сложности здесь будет 250 домов с внешней отделкой из кирпича, либо с применением декоративной штукатурки «Баумит». Все коттеджи имеют центральное водоснабжение, подвод электричества 15 кВт и, что немаловажно, газифицированы. Приобретая коттедж в Морском, можно быть уверенным в сохранности своего имущества. Поселок огражден забором, на въезде имеется шлагбаум, дежурит круглосуточная охрана. Отличительная особенность – асфальтированная дорога с подъездами к каждому дому. На всех улицах коттеджного поселка имеются столбы для ночного освещения территории. Едем дальше, все по той же трассе Новороссийск-Керчь. И прямо на въезде в хутор Красный Курган, в окружении живописных полей и цветущих лугов, видим коттеджный поселок Звездный. Здесь уютно расположились 40 домов, выполненных в едином архитектурном стиле. Сейчас в свободной продаже осталось 3 коттеджа, они находятся на стадии строительства, и поэтому у вас есть хорошая возможность выбрать внутреннюю отделку на свой вкус. Из коммуникаций электричество 15 кВт, центральное водоснабжение, индивидуальный 8-кубовый септик. Территория поселка также огорожена забором и круглосуточно охраняется. На въезде будет построен продуктовый магазин и станция технического обслуживания для автомобилей. Из всех этих коттеджных поселков буквально за несколько минут вы сможете попасть на песчаные пляжи Витязева или поселка Пятихатки. Еще одна хорошая новость. Компания «Стройгарант Анапа» идет навстречу своим клиентам и начинает строительство в Темрюкском районе. Здесь будут возведены 2 коттеджных поселка. В самом Темрюке – это районный центр, а также в поселке Стрелка, где цена готового дома с плодородным участком в 5 соток начинается от 2 миллионов 900 тысяч рублей. В Стрелке развита инфраструктура, администрация, школа, детские сады, дом культуры, парк, церковь и различные сетевые магазины. До Азовского моря всего 15 километров, а до Черного – 30. Ну что, друзья, захотелось жить на юге недалеко от моря? Звоните, и наши специалисты ответят на все ваши вопросы, подберут самый удобный вариант участка и проекта коттеджа. Компания «Стройгарант Анапа». Сделайте шаг к счастливой жизни на юге уже сегодня.